акции, потому что бывает... Сыночек! И пугается. Молодец какой! Первое занятие, скорее всего, не наливали. И все, его просто перестали. А на личико продолжали поливать? Ну, нет. Смотри, как у нас здесь хорошо. Молодец, да? Ой, как хорошо. Сегодня мы привыкаем к водичке. Прямо реки. К нашей водичке. К большой воде называется, да? Потому что дома мало водички, а тут много. Хороший. Ну, в принципе, 5 месяцев еще на чужих людей реагировать не будет. Хорошо, да, Тимур? Водичка, водичка. Воде нравится, да, и чуть-чуть страшно. Опасается, да? Вот умничка. Поливы на ручками будем делать. Вот так ручками Все хорошо. Ты молодец.